Красноярск украсят 10 тысяч роз. Сегодня стартовала традиционная программа по озеленению города. В течение 2 месяцев благоустроят 60 зеленых уголков по всем районам – скверы, бульвары и набережные. В этом году закончат работы в парке 400-летия Красноярска на Взлетке и в сказочном городке в Центральном районе. Масштабная реконструкция пройдет на Красной площади. Там отремонтируют фонтаны и зону обелиска. В этом году почти 86 гектар будет создано озелененных площадей. Почти 7,5% от тех площадей, которые регулярно обслуживаются в городе. Не все удастся сделать весной. Многое мы будем делать еще и осенью. Но самое главное, чтобы эти парки и скверы получились комфортными, удобными для горожан. В этой связи я не являюсь сторонником помпезных скверов и бульваров. Я думаю, что скверы и бульвары и объекты озеленения должны быть функциональными. 10 тысяч деревьев и кустарников, 200 тысяч тюльпанов и 10 тысяч роз. Всего около 3 миллионов различных растений. Впервые к озеленению Красноярска привлекли частных инвесторов. За их средства благородят набережные Енисея и Качи. На Взлетке появится первый частный парк. Внести свою лепту в благоустройство могут и сами горожане. 27 апреля состоится общественный субботник.